Под знаменами своих высших учебных заведений студенты-спортсмены встретили открытие Республиканской универсиады по легкой атлетике. В Брест для участия в спортивном мероприятии съехались представители 31 учреждения образования со всей Беларуси. За право первенства на соревнованиях и за честь своих вузов на протяжении 2 дней боролись порядка 450 участников. Представляю военную академию. На данных соревнованиях первый год. Раньше участвовал в республиканских соревнованиях, но на данных соревнованиях первый раз. Хочу сказать, что соперники здесь достаточно сильные, съезжаются со всей республики. Покажем все на то, что мы способны, и защитим статус военной академии. Здесь в основном участвуют и сильнейшие спортсмены своих вузов, и члены сборной Беларуси, члены сборных областей Республики Беларусь. Поэтому все сильнейшие обычно являются студентами, и они выступают на этих соревнованиях. Ну, эти соревнования являются первыми, как бы открытие спортивного сезона как раз по легкой атлетике осуществляется на студенческой универсиаде. В универсиаде принимали участие спортсмены различного уровня подготовки, от начинающих до мастеров спорта. Поэтому у каждого была своя цель и возможность не только побороться за места на пьедестале почета, но также попасть в плейлист предстоящих соревнований, включая самые важные летние Олимпийские игры в Токио. Привезли команду. Вот. Ну, команда достаточно сильная, мы всегда попадаем в десятку сильнейших. Конечно, у нас вуз женский, нам тяжело соперничать с вузами мужскими, потому что в легкой атлетике, ну, такие виды, когда не всегда девочки смогут составить конкуренцию профессионалкам, которые входят в сборную команду страны, но тем не менее мы достойно стараемся представить наш вуз. Участники на протяжении 2 дней соревновались в беге на различные дистанции, спортивной ходьбе, толкании ядра, метании копья, диска и молота, и в каждом из видов показали высокие результаты. А впереди спортсменов ждет немало интересных стартов и новых побед. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.